у нашего мини-презика, ну, не будем говорить, кто это. Хотя все татарстанцы и так знают, кто это такой. У нашего мини-презика, как всегда, цветочки и херлиртли. Короче, с добрым утром, да? Я татарский не знаю. Но знаю, что это с добрым утром, потому что, когда заходишь на стенку нашего Миниханова, он подтирает все комментарии с проблемами. И кроме цветочков, поздравлений и всего хорошего, доброго утра и с добрым там днем, доброго дня, он такие вот комментарии оставляет, а все проблемные, с которыми должны бы работать наши контролирующие органы, он просто подчищает. Вот такая реакция нашего мини-президента. Почему мы называем его мини-президент? Ну, потому что президент у нас единственный, это Владимир Владимирович Путин, а здесь у нас, ну, мини-президент. И все прекрасно знают, кто это.